Футбольная команда «Актобе», одержав победу над «Иртышом», закрепилась на первом месте турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги. В первом тайме хозяевам поля не удалось прорвать оборону павлодарцев. Попытки Асхата Тагыберген забить мяч ни к чему не привели. Во втором тайме к игре подключились Павел Шабалин и Маркос Пизели, после чего матч стал более захватывающим, а атаки острее. Именно Пизели на 69-й минуте сделал пас на Марата Хайруллина, который и открыл счет. А спустя 10 минут отличился уже сам Пизели. В конце игры нападающий Актобе Александр Гейнрих заработал пенальти, который сам удачно реализовал. Игра закончилась со счетом 3-0 в пользу хозяев льда.